Это сумасшествие. Просто сумасшествие. Цена дистоплива не может быть сравнима с ценой бензина. Бензин всегда был дороже и будет дороже. У нас, как видите, ценники 98-го и дистоплива одинаковые. Прояснить ситуацию попытались в Министерстве экономического развития и конкурентной политики Архангельской области. Специалисты этого министерства ведут еженедельный мониторинг розничных цен на топливо. С 13 по 19 ноября этого года цены на бензин в стране выросли на 0,1%, дизельное топливо на 0,9%. В Архангельской области цены на дистопливо выше, чем в среднем по стране. Они выросли на 0,3%. А вот на 92-й и 95-й бензин стоимость наоборот ниже и тоже на 0,3%. То, что дизель теперь дороже бензина, министерство объясняет рыночной потребностью. Цитата. В Архангельской области традиционно очень сильно в зимний период времени востребовано именно зимнее дизельное топливо, которое в наших широтах невозможно заменить более дешевыми видами. Министерство экономического развития и конкурентной политики не имеет никаких рычагов воздействия на регулирование роста цен на топливо. Да и региональные трейдеры в вопросе ценообразования полностью зависят от головных компаний. Конец цитаты. По данным министерства, в соседних областях, например, в Вологодской, ситуация на топливном рынке обстоит нисколько не лучше. Бензин в нашем регионе дешевле, чем там, а вот дистопливо, наоборот, дороже.